Бюджет Щелковского района должен сохранить свою социальную направленность. Такой вывод сделал районный совет депутатов при рассмотрении главного экономического документа на 2017 и плановый период 2018-2019 годов. Так, расходы района в 2017 составят более 5,5 миллиардов рублей. Основной объем средств, как и прежде, будет направлен в отрасли образования. На финансирование образовательных учреждений выделено 4 миллиарда 412 миллионов рублей. Бюджет можно охарактеризовать одним словом, что это социальный бюджет, потому что порядка 90% этого бюджета направлено на расходы социальной сферы, 80% образования, еще плюс 10% это культура, спорт и другие социальные нагрузки. Доходы района в следующем году составят 5 миллиардов 518 миллионов рублей. Из них порядка 40% поступит из налоговых и других источников финансирования, расположенных на территории района. Остальную часть доходов составят дотации, субсидии и субвенции из областного и федерального бюджетов. В прогнозе экономического развития муниципалитета особое внимание депутаты уделили инвестиционному климату. Сейчас на территории района работает более 2000 малых предприятий. Депутаты уточнили, заложены ли в районном бюджете средства на софинансирование областного. Областной программы поддержки бизнеса. Если у нас программа областная работает, то Щелковский район входит в нее, потому что у нас в программе средства заложены на это. Алексей Валов подчеркнул, что инвесторы также могут рассчитывать на поддержку другого плана сопровождения перспективных инвестпроектов. Оказать административную поддержку, выйти участок земли, какое-то помещение, какую-то территорию предоставить, вот эту поддержку. Проект бюджета в том числе прошел правовую экспертизу и получил положительное заключение контрольно-счетной палаты. Депутаты бюджет также утвердили. В ходе заседания депутатами был сформирован план работы Совета на 2017 год. С января по декабрь народные избранники планируют рассмотреть более 90 вопросов, касающихся различных сфер социально-экономической жизни района. Александра Гранич, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».